Начнем с темы, по которой в нашу редакцию поступило немало звонков от жителей Анапы. Почему были приостановлены работы по строительству подземного пешеходного перехода в станице Анапской? Ранее мы уже сообщали, что эта задержка произошла в связи с изменением технологии. Близко оказались грунтовые воды. Потребовалась помощь специальной техники. Теперь она прибыла из Сочи, и работы продолжились. Что здесь происходит сегодня, нам рассказал заместитель главы города-курорта Владимир Забураев. Мы сегодня присутствуем при первом, так сказать, при первом вбивании шпунта для того, чтобы сделать корыто для пешеходного перехода. Я думаю, приехали все, видите, специалисты здесь имеются, соответствующая техника, материал есть. Я еще раз хочу напомнить вам, что еще раз извиниться за некоторую задержку. Я думаю, этот переход очень нужен, и мы его построим, и в срок мы его построим. Планируется работать в две смены, и если все, дай бог, хорошо пойдет, то буквально в считанные дни должно быть закончиться вбивание, так сказать, этих шпунтов. Уже формы на заводе построены. Здесь рядом со мной присутствуют представители инвестора, они здесь тоже находятся на этом месте. И еще раз хочу подчеркнуть, что все будут силы брошены для того, чтобы этот долгожданный переход будет сделан.